Предприниматели смогут вернуть комиссию при использовании системы быстрых платежей, сообщает в телеграм-канале промышленного района Самары. Проценты будут каждый месяц автоматически возвращаться на расчетный счет компании или индивидуальным предпринимателям. Не нужно писать заявление или предоставлять отчетность. Система оформит компенсацию самостоятельно. Для этого необходимо обратиться к специалистам банка и оформить договор, выбрать удобную программу – статистический или динамический QR-код, распечатать код и разместить его рядом с кассой или товарами. Динамический код можно вывести на экран. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, а также двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ. Необходимым условием является постоянная регистрация одного из взрослых и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 340-55-22. Администрация Ленинского района в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов. Его цель – повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем. Конкурс предусматривает проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Эта схема была выбрана для того, чтобы повысить экономическую эффективность организаций, которые работают в социальном секторе. Проводиться он будет по трем номинациям – экология, духовность и культура, спорт. Все о преимуществах удобной системы ГИС ЖКХ рассказывают в телеграм-канале Советского района. Государственная информационная система ЖКХ – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии жилищно-коммунального хозяйства со всей страны и всех участников рынка. Через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система доступна по ссылке dom.gosuslugi.ru.